Здравствуйте, хорошие мои! Приветствую вас всех на своем канале. Меня зовут Марина. Кто еще не в курсе? Кто еще не в курсе, скажу, что я снимаю по просьбам моих зрителей. Я на видео, вернее, на канале оставляла видео запрос. Хотите ли вы увидеть каталоги прошлых лет и в Роше? Вы мне подтвердили своим согласием. Вот. И мы с вами вместе смотрим каталоги прошлых лет. Это уже у нас будет каталог, сейчас, секунду, 2012 года. Вот, видите, да? Вот. Давайте начнем. Итак, каталог вот этот уже побольше, по размерам немножечко, чем тот. Вот. Девушка такая красивая, с красным лаком, с красными помадами, с красными губками такими, с помадой, с красной. Так. Значит, если кто-то читает, вот, девочки, я вам приближу, да? Вот, если кто-то, кому-то интересно, может, кто-то вот хочет почитать. Так, вот это вот сам, по-моему, Ив Роше. Так. Да, это Ив Роше, господин Ив Роше. Так, секунду, сейчас приблизим. Так, это съемка 1959 года. Девочки, вот видите, свет включил. У нас сейчас время 8:30 вечера. Вот при дневном свете вообще темно. А, хотя дома, ну, нормально, да, вот так светло. А, потому что солнышка нет. А включила свет, со светом, вот видите, вот так получается. Вот такой вот. Вот такая съемка. Так, вот, девочки, это Ив Роше, он в лаборатории. Вот, 59-й год. Еще раз прошу прощения за свет. Вот, ближе, как вроде бы делаю, может быть, вот как-то вот так будет получше. Так, что у нас тут? Тут у нас вот это... А, тут, знаете, вы смотрите оформление какое-то. Если кто-то не понял, вот я издалека снимаю. Это, смотрите, вот... Какое оформление, задумка автора, да, кто каталог создавал. Смотрите, это цветок ириса, лепестки, да. А вот, я не знаю, вот видно вам, просто немножечко искажает, да, вот видеокамера. И тут же, смотрите, вот грифель от теней. Такой, помните, вот одно время, сейчас вот я не знаю, не вижу. Так, у нас тут сирены, сигнализации там за окошком. Короче, одно время были модные тени, карандаш назывался Каял, который не нужно затачивать, вот если вы помните. Так вот они здесь в этом каталоге будут, это как новинки они шли в 2012 году. Здесь, видите, вот грифель отломанный от теней. И вот это сочетание, видите, то, что они подбирают, то, что природные цвета, природные, все приближено к природе. Ну вот такая задумка автора была. Вот это, если кто, например, тот не понял, вот я вот вам говорю. Потому что, как сказать, то, что иногда, ну как, видео не дает такого четкого рисунка. Так, девчонки, ну-ка, а тут что у нас тут такое? Это патенты, наверное, что ли, какие-то, да? Да. А, вот видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть патентов, да, на парфюмерию. Уход, макияж, это все, видите, да, вот у них сколько этих. То, что экология, то, что они вот сотрудничают с компанией перерабатывания, вот переработка, которая занимается. Итак, ладно, не буду умничать, идем дальше. Так, вот смотрите, это если помните, не знаю, тут как вам получше света, чтобы был. Так, это вы помните, да, я вам говорила, что вот эта вот маска, с кисточкой на конце. То, что, скорее всего, неудачное изобретение. То, что не пошло оно, как говорится, в народ. Люди отказались, наверное, не стали брать. Так, это вот шампунь. Вот, помните, я вам говорила, вот такого цвета. Это был шампунь. Шампунь, который для вот таких вот, для каштановых волос. Шампунь, который немножко как...
оттенял. Это не тот шампунь, как вот, знаете, как вот есть оттеночные шампуни тоника там, по-моему, или какие, которые затеняют. А этот нет, этот просто вот обыкновенный шампунь, только вот он просто, ну как, немножечко добавлял цвета волосам. Так, вот идем дальше. Вот тоже смотрите, да, вот оформление тенюшки. Это тени. Кто не понял, это тенюшки. Просто они вот так поставили их боком, штабелями. Так, это флакончик. Вот моменты счастья. Так, девчонки, а что-то мне не нравится освещение, вот правда. Вот каждый раз я эту тему затрагиваю. Сейчас, секунду, попробую включить лампу свою. Девочки, ну вот так получается. Смотрите, вот лампу поставила. Видите, она высветляет вообще. Ну, что это такое? Ну, это вот хорошо было бы сверху, может быть. Да, и то сверху тоже она высветляет. Вот если назад как-то, с той стороны. О, Господи, не знаю уже даже, что придумать, если честно. Вот так поставила так. Смотрите. Ну. Не знаю, видно, не видно. Или вот с этой стороны вот так пусть хотя бы подсвечивает. Так вот, может быть, будет лучше. Хотя мне в глаза светит, ладно. Все для вас. Так, дальше идем. Ой, дети у нас тут орут. Окна открыты. Значит, так. Смотрите, это вот поля, которые на которых выращивают растения. Сейчас фокус немножко сделаю. Так. Это цветочки календула, очень красивые. Так красиво, мне так нравится, девчонки. Представляете, вот на таком поле побывать, вообще красота, да? Запах такой красивый, это красивых цветочков. Так, вот смотрите, у них здесь, видите, эко-отель, спа и Враше. Это, я не знаю, это такие отели у них какие-то интересные. Ботанический сад, вот они тут выращивают, тут у них таблички стоят, где какое растение. Так вот, тут тоже вот так вот отель. Вот это у них номера здесь, веранда, вот смотрите, домики вот. Освобождение. Так, девчонки, нифига, что-то снова. Не знаю же, как поставить лучше. Так, ну тут тоже ничего не прочитаешь. Вот видите? А, вот. Утопающий в зелени помещение спа. Шелковичный кокон окутывает вас, погружая в негу безмятежности. Зона спа дарит вам новый опыт и ощущение редко неповторимое и незабываемое чувство расслабления, гармонии, спокойствия. Ну, все так вот у них все так красиво. Можете поплавать, отдохнуть, так как в любых отелях, да? Так, дальше. Дальше где-то у нас. Так, вот смотрите, тоже это васильковые поля. Классно, да? Вот люди собирают васильочки. Это от календула. Так, это у них уже лаборатория. А вот я вам говорила тоже цветочки, которые мне нравятся. Это, по-моему, маргаритки. Так, вот у них тут информация. Смотрите. Лягаси. 55 гектаров полей. Обрабатываем их по правилам биологически. Так, девчонки, вот. Биологической агрокультуры. Служит местом рождение 20 видов растений. Сбор урожая может производиться вручную, поскольку так того требуют некоторые виды растений. Собранные растения сразу же помещаются в специальные помещения для сушки. Наши растения служат основным сырьем для нашей продукции. Так, идем дальше, девочки. Так, вот смотрите, у них вот в этом году новинки появляются, вот эти вот для глазок. Это вот кремик. Девочки, это я оставлю на потом, вам в конце покажу. Так, здесь вот тоже это вот умывалка. Или, да, два в одном, молочко и тоник, по-моему, у них тут. Или смывка какая-то. А здесь у них тоник, по-моему, или это умывалка.
Так, очищающий гель для лица, молочко плюс лосьон для снятия макияжа. Девчонки, что-то сегодня я заговариваюсь. Так, а вот эта вот серия тоже вот для чувствительных глаз там какая-то. Вот, а это вот что-то, я не знаю, тоже это умывалка или что-то. Жидкость для снятия макияжа. Вот я здесь смотрю. Так. Вот, девочки. А, я вам говорила в прошлом видео, да, вот то, что я говорю, я пока прочухала. Вот эта серия была. Вот у них, но здесь только, видите, здесь тут из этой серии 3. Из этой серии 3. Короче, смотрите, вот эта серия, здесь очень много было продуктов, просто здесь представлены только 3. Здесь вот для глазок. Это бальзам для губ, а это дневной крем, по-моему. У них вот из каждой серии было там по 8, по 6, по 8, по-моему, позиции. И для лица, и дневной, и какая-то эмульсия, и смывка для глаз, и тоники, и, ну, вообще, даже, видите, даже вот бальзам для губ. Что хочу сказать, вот эта серия была, знаете, с таким немножечко запах цитрусовый, что такое, очень такой, девчонки, такой запах, он не только цитрус, а, знаете, такой, когда вот, если вот листик лимона, когда, знаете, да, то есть, кто выращивал из косточек мандарин, лимоны, вот потрёшь листик в ладошке, да, вот пальчиками, вот такой вот запах, такой он, ну, как сказать, такой с горчинкой, такой приятный, такой вот, ну, я не знаю, ну, передать это невозможно. Так, а вот эта серия была, вот, которая мне понравилась, крем, вот эта серия уже была... Девчонки, я не помню, с лавандой или с чем. Ну, это не лаванда. Но настолько приятный аромат, вы даже себе представить не можете. А то, что я вот покупала, потом уже переделанный, да, вот был. Это уже был другой крем. А, вот уже новинка пошла. Вот, видите, вот я вам говорю. Вот ту серию они сняли, а вот эту вот они уже выпустили. И этот крем мне не очень. Мне кажется, лучше бы я вот этот бы заказала. Не знаю, честно сказать, что это. Ну, вот я думала, вот отдушка такая же будет. А вот видите, как... Так, смотрите, вот девушка тут. Лифтинг, биокультура. Они вот везде свои вот эти вот значки писали. Но это не то, что их не значки. Это значки эко-сертификат. Это ставятся специальные такие значки. Это если... крем, допустим, или, ну, косметика делается на экологически, из экологически чистого сырья. Там все такое. Девчонки, может, вот так? Ну-ка, давайте пока немножко так вам поснимаю. Так, секунду. Вот. Ну-ка, может, так лучше будет. Вот. Вот такой я не пробовала крем. А вот этот мне он показывал в том видео, до сих пор у меня стоит. Иногда пользуюсь, он не стух, ничего, нормально, как ни странно. Казалось бы, да, это вот 13-й год, новинка. Но я не именно в 13-м, я не знаю точно, в 13-м году я покупала или нет. В 13-м году вот он вышел, этот крем. Так что иногда пользуюсь. Так, это вот я вам говорила, это уже идет линейка с облепихой. Это, по-моему, 45+. Так, вот, девочки, смотрите тут. Вот каждая женщина, она представляла свою линейку. Это, по-моему, 35+, это 45+, это, по-моему, 55+. Вот так вот. А это что-то вот молодые. Это, по-моему, подростковая была серия. Это 25+, или 30, ну, что-то вот в таком роде. Так, вот этот вот эликсир 7-9, инновация, которая 12 лет исследований, вот видите, да, вот. 7 патентов, или как, 7 видов растений, или 9 патентов, что-то вот такое мы с вами смотрели в том видео. Вот. Вот такая вот с пипеточкой. Так, вот смотрите, тоже виноградная такая лоза, листик такой. Крем, девчонки, тоже крем очень вкусно пах, так вот, знаете, так нежненько, каким-то, вот чем-то вот таким растительным, таким вот очень приятный. Оформление, девчонки, смотрите, да, оформление шикарное. Дойдет время, я вам покажу, покажу бутылечки из вот этой вот старой, не коллекции, вот старого оформления, как-нибудь видео сниму, сейчас пока что вот снимаю вот.
такие видео. Так, девчонки, это у нас с вами остается. Это мы снимаем какой 12-й? Так, 12-й год, да? 12-й. У нас еще остается 11-й каталог, я не нашла. Остается у нас с вами 9-й и 10-й. Да. Там вообще шикарное оформление. Это я вам оставила как десертик. Так. Значит, это тоже, это что-то сыворотка какая-то была, по-моему, да? Или это подглазки? Так, от темных кругов. А это у нас крем был антиусталость, ухода жизненной силы, 24 часа. Так, девчонки, если трендюкую я много, если видео затянется, получится, что, наверное, вторая часть будет. Потому что вот каталожек вроде бы такой толстенький. Так, идем, ладно, дальше. Так, вот эта сыворотка, тоже красивое вот оформление. Только из-за пузырька можно было купить. Шучу, конечно. Там за такие деньги из-за пузырька покупать, это дюже шикарно. Так, это вот у них серум Vegetal, вот такая линеечка идет. Вот девушка такая представляет эту линейку. Вот разглаживание морщин. Вот яблочко, вот я вам говорила, то, что на крышечке вот сверху вот такая вот половиночка, вот яблочко нарисовано, оформление красиво. Это вот у нас, значит, идет сияние, а это восстановление упругости. Так, это вот смотрите, есть, да, вот флакончик красивый. Такого у меня не было флакончика, такой крем я не покупала. Девчонки, даже может в одно видео уложимся, потому что тут много повторного идет. Я вам в тех видео рассказываю, что я буду повторяться, да? Тоже, чтобы вам не задерживаться. Так. Вот это шла уже, по-моему, золотая коллекция как-то, потому что флакончик... Или я путаю, или просто здесь реклама такая, как будто бы масло. Но была какая-то у них серия, вот такая вот в золотой упаковке. Очень красивая. Я это тоже не покупала, потому что тогда это уже 55, по-моему, плюс серия была. Вот женщина такая, немножечко так уже в возрасте. Вот. Но пробники присылали. Вот, видите, да? Здесь вот такая коричневая. Извиняюсь. Коричневая серия, а здесь вот золотая. Ну, была какая-то ограниченная серия, я помню. Вот здесь вот тоже дневной, ночной крем. Там у них какой-то еще восстанавливающий крем глубокого действия. Вот, видите, да, с маслами, 30 целебными маслами. А еще вот был дневной, ночной. Здесь вот представлен только один, да? Это для глазок. А это, по-моему, это большая банка, по-моему, 75 миллилитров, что ли? Да, вот видите, да, 75 миллилитров. А эти были, по-моему, по 50. Ну-ка. Да, что-то так. Так, это для кожи, по-моему. Для кожи, говорю, для тела. Это серия там, что для упругости, по-моему. Так, это детокс, очищение. Это была линейка зеленый чай. Или просто чай, или белый чай, ну что-то. Или смесь чая, по-моему. Вот чудодейственный чай, коктейль из нескольких сортов чая для детокса кожи и пудры косточек абрикоса. Очищает кожу, делает цвет лица более ясным перед сном. Ну, пудра косточек добавлена только, мне кажется, в скраб, по-моему. Девочки, из этой серии вообще ничего не покупала. Так получилось, что не попробовала ее. Сейчас ее уже сняли. Вот тут консистенция вот этих продуктов. Вот что-то, видите, как в виде пасты. Другое как жидкое, но это очищение, умывалки, кремики, вот что-то вот такое. Так. Вот эта девушка подростковую серию рекламирует. Вот. Тоже вот у них тут увлажнение, очищение. Так, это для чувствительной кожи. Вот видите, какие баночки, флакончики. Вот из этой серии я говорила, да, мне присылали... Крем, вот видите, дневной, ночной, вот. Но мне присылали вот в таком флакончике, вот такой дневной крем. Он без отдушек, безо всего. Но я люблю с отдушками. Это вот дневной, ночной. Это сейчас вот, который для жирной кожи. Сейчас вот, который вот... А тогда это было вот в таком оформлении. Это, вот, по-моему, корень шлемника или что-то там входило. Что-то такое.
Так, это вот для сухой кожи. Девчонки, что-то по ходу дела, наверное, я не вкладываюсь. Что же протрендюкала вот с вами, да? И получается, так, вот это обезвоживание, это значит увлажнение, вот какой-то спрей был из этой серии, я вообще ничего не пробовала. Так, тут у нас уже пошел уход за телом. Девчонки, остается две, сколько, одна минутка. Короче, наверное, все. Придется нам, наверное, с вами в другом видео увидеться, продолжить. Так, это вот у них спа-салоны, смотрите. Девочки, все, остается минутка. Короче, что хочу сказать. Спасибо вам большое, что вы ставите лайки. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Все, наверное, увидимся в следующем видео. Переходите, дальше будет интереснее. Все, жду вас.